друзей детства. Ну-ка, смотрите, у кого что было. Вот такой у меня был. Грузовик. Ой, такие железные машины тоже были. Класс. Ой, вездеход такой был, луноход. Ух ты, какой. Такого у меня не было. Ой, пистолеты такие были. У кого-то оставались. Такие где-то у нас еще лежат. Я прям помню, где такая вот машинка была. И меч был с белым таким. А щиты брали с ведер помойных, играли. Десятый год. Пожалуй, Катя. Вот такая была Алечка. Если больше каждый каст, то он и есть. Только наш уже потрепанный совсем, а этот нет. Мы просто зашли в этот музей. Детство. Тут куча даже даже свои машины нормально. Обезьяна такая была. Ой, там вот обезьянка была уже. С мячиком. Где? А вон, вон такая а? Была, и вон та вот висела на карнизе. Да, точно, иду к ней, бабит. Ой, холодильник такой, я помню. А кухня моя, только у меня горничного цвета была, холодильник был такой же. У меня еще ванная была, там вода заливалась, не знаю, может тут есть тоже. Вот тот ежик был. И родители всегда пели песню. Ой, вот эта заводная была, Снегурка. И черепаха была инерционная. Кубики, естественно, были. Маски помню. Такие кукол помню. Обезьянку не помню. 70-й год она. Да, у меня.
ГДР. Ой, вот такой вот был у нас. Я солдатик, у тебя это всех видел. Помнишь, у меня? Мозаика, вернее. И вот это вот, помню, тоже было. Хозяюшка набор. Ну, клиноскоп. Классно. Рулетка. Казино с фишками. На руку игрушка. Ух ты, 38-го года Мишка. Это Мишка был куплен в Москве и подарен родителями мальчику Коле на день рождения. Вероятно, 27 июня 38-го года, когда Коле исполнилось 4 года. Медведь жил в московской семье в доме на Трубной улице, в самом центре Москвы. Так. Через 3 года, когда началась война, он не покидал дома до 43-го года и пережил вместе со своим хозяином и его мамой все события этого времени. Оборону Москвы, голодные зимы, бомбежки немцев. Коля вырос, ему исполнилось 80 лет. Он живет в Москве вместе со своей семьей. Николай Иванович – чрезвычайный полномочный посол, сотрудник дипломатической академии МИД РФ. До сих пор работает и преподает студентам. У Николая Ивановича есть дочь, внук и 2 правнуков. Артем 7 лет и Алиса 2 года. Все они знают и любят старого Мишу. В этой семье был еще один такой же медведь. Его подарили жене Николая Ивановича Стелле, когда ей также было 4 года. И она жила с родителями на Дальнем Востоке. Коля и Стелла были ровесниками, как и оба их Мишки. Но второй Мишка, к сожалению, не сохранился. Вот это я прочитала. Вот об этом Мишке. Вот такой вот легендарный Мишка. Представлен в таком комбинезончике. Какие там грибочки. Вот такой, сколько он увидел. Ой, вот этого я помню, кукла. У нее еще соска была на присоске. На этом. Ой, а вот это у меня был пупс. Только не в платье, а вот такой. Вот такой точно у меня был. И я очень расстраивалась, что у него ноги не выпрямляются. И хотелось завернуть его аккуратненько. А, не получалось. Ой, это я помню тоже. Ой, мужской. Там картинка, не те. Ты типа смотришь на картинку и считаешь. Чиполлино был. Да. 70-е годы. Такую куклу я тоже помню. Самое главное, что у меня глазки закрываются. Это очень здорово. Чудо-чанга у меня было тоже. По диагонали.
окно нужно вот от того. Да, от того места, куда вы пошли, по диагонали вам надо пройти в угол. Там будет касса, 70 рублей. Поднимаетесь. Юла. Посмотри, а меня съела акула. Вот такая мягкая у меня тоже была. Я даже помню, сколько она стоила. 4 рубля в гостином дворе покупала. Сама лично. Она полностью ватная внутри. Собак таких помню, лохматых. Катюша. Талисман фестиваля молодежи студент. 85-й год. Мишка английский. О, крокодилы Гена мне покупали именно в Москве. Я с ним ехала до Питера в сидячем поезде. Тряслись. Такой Ген у меня был. А вот такую лягушку я уже сама в 87-м, по-моему, покупала в киоске. Где-то в Питере она у меня есть. Такую куклу помню. Вот такую вот с квадратной головой, я вообще не понимала, что это такое. Но она у меня была. Кот, вот этот пупырышки, вот этот медведь у нас в этом детском саду были. Мне очень тактильно нравились, они такие массажные. Какая там кукла, не видно. Ну там какая притаилась кукленок. Обалдеть. О, у нас пес тут сидит. Ха-ха-ха, вот такой у нас есть. Это не Паттон? Нет, не Паттон, нет, нет, нет. У папы другой, вот он. Вообще, раритетка какая. Обезьяна. Вот такие вот чудесные воспоминания. А это кукла Дуняша. Кота, петуха помню, и лейку помню тоже. Ну, вот таких странных игрушек я не очень понимаю. И валяшки. О, швейная машина у меня была, там синяя стоит. Да. У меня была вон та вот синяя машинка, швейная. А там все время нитки путались. Класс. Такой вот музей. Я не знаю, наверное, или у кого-то была, или в детском саду мясорубка была. Снежок. Снежок у нас был. И вот это все было. Вот, вот это вот помню. Кухня. Санки у меня такие были. Спинка на них была. И я привязывала кукол, возила их. Чаще всего, конечно, не на полозьях, а головой вниз, но не важно. Коньки. Коньки у нас тоже где-то. Такие у меня есть еще. Пианино помню, вот такой вот. И вот эту вот помню, губную. О, вернее, вот эту вот тоже помню. Ну, конечно, игра за рулем стоила 25 рублей, кажется. Но я играла в нее. У меня ее не было, но я играла. Ой, такие игрушки помню тоже, деревянные. Пупсики. Ой, коляску помню. Только ручки у нее нет. Помню такую коляску. Кегли, кубики, гремушки, черепахи, пожигаем.
обязательно надо ставить прибор еще. В общем, красота. Будете в детском мире. Берите билет 170 рублей и сюда. Вот эти лучше, мне кажется. О, коняшка такой был, ребят наших. Мы тут походили, посмотрели, повспоминали. Очень приятные люди. Всем пока.